Намасте. Меня зовут Иван, я приветствую вас на канале Центра Аюрведы и СПА Шамбала. Сегодня мы поговорим с вами о нарушении сна, или, как говорят в медицине, диссомния. Диссомния – это целый комплекс синдромов, который проявляется нарушением качества и количества сна. Итак, сегодня мы поговорим о том, что это такое, какие бывают виды нарушения сна и как аюрведа помогает с этим справиться. Люди, изучающие аюрведу, знают, что, как правило, нарушение сна спровоцировано дисбалансом вата-доши. Но также существуют бессонницы и питта-типа, и капха-типа. Бессонница вата-типа, как правило, сопровождается нервозностью, тревожностью. При этом качество сна имеет следующий характер. Человеку сложно уснуть, в течение ночи он часто пробуждается, сложно засыпает после такого пробуждения. И сновидения, как правило, сопровождаются различными тревожными состояниями, какими-то тревожными такими картинами, падениями, полетами и так далее. Бессонницу такого типа, как правило, провоцируют различные стрессовые состояния в жизни человека. Проблемы на работе, какие-то страхи, переживания, беспокойство, частые перелеты, частые и длительные, особенно перелеты, переезды, перемещения в пространстве. Какие инструменты предлагает аюрведа для нормализации сна при таком типе нарушения? Во-первых, это четкий график сна. То есть человек должен обязательно засыпать около 9-10 вечера, просыпаться за час до восхода солнца, в идеале рекомендует аюрведа. Во-вторых, еда очень важна, то есть перед сном не должно быть никаких острых, горьких веществ. Радикально исключаем кофе, чай, цикорий. Хорошо способствует нормализации сна различные йогические практики, асаны, шивасаны, например, различные ментальные практики. Прослушивание мантр, медитации любого характера, направленные на успокоение, гармонизацию мыслительного потока, нормализацию эмоционального фона. Перед сном не должно быть никаких раздражающих факторов, громкой музыки, каких-то гиперэмоциональных фильмов, разговоров о политике, экономике и так далее. То есть сама подготовка ко сну должна быть очень правильной, спокойной. Еще раз, спокойная музыка, проветренная комната, какой-нибудь теплый, комфортный травяной отвар, который способствует нормализации сну. Естественно, нужно устранить сам источник стресса, да, то есть наладить ситуацию на работе, в семье, убрать первопричину, так называемую болезнь. Для улучшения качества сна перед сном можно использовать травяные отвары, ромашка, мелисса, валериана, мускатный орех тоже способствует этому. Бессонница питта типа. Как правило, она сопровождается различными эмоциональными состояниями, типа раздражительность, гнев, ревность, агрессия и так далее. Иногда бессонница такого типа сопровождает различные инфекционные заболевания с лихорадочными состояниями. Стрессы и ссора перед сном могут провоцировать нарушение сна по такому типу. Сновидения, как правило, содержат в себе различные гиперэмоциональные сцены, ссоры, разбирательства, сцены насилия и так далее. Человек может просыпаться в течение сна, но, как правило, быстро засыпает. Основная причина бессонницы такого типа – это не нашедшие выход эмоции. Инструменты для устранения бессонницы питта-типа – это, опять же, йогические и ментальные практики, это улучшение качества еды, то есть мы исключаем перед сном острую пищу, соленую, кислую, стараемся максимально ее ограничить и в течение дня. Кроме того, обязательно график, режим сна точно так же должен соблюдаться. Ну и травы, ранее перечисленные, также будут способствовать нормализации сна. Ну и нарушение сна по типу капха. Люди,
Капха-типа, они, как правило, подвержены, наоборот, гиперсонливости, да, то есть они сонливы в течение дня, у них очень глубокий сон, плохое пробуждение, и пробуждения во время сна могут быть спровоцированы либо приступами апноэ, либо приступами удушья, так называемое сонное апноэ у людей с ожирением очень часто сейчас встречается. И все, что нужно для устранения капха типа бессонницы, это активный образ жизни, устранение лишнего веса и нормализация образа жизни, образа питания. Исключаем из рациона соленое, кислое, сладкое. Вот вкратце я описал вам три типа нарушения сна, согласно аюрведам, и маленькие рекомендации. Более подробно мы рассказываем об этом в нашем центре на лекциях, ну или на выездных семинарах, на которые вы можете попасть. Я благодарю вас за внимание. Всегда рад видеть вас на канале Центра аюрведы и СПА Шамбала. Намасте.